Привет, друзья! Сегодня я хочу выпуск свой посвятить машинам, но не просто машинам, а запчастям. И нахожусь я сейчас на разборке, которая находится недалеко от Мадрида. Называется она La Torre. Если кому-то интересно, можно вбить в Google и найти адрес. Это рядышком с Фуэнлабрадой. Приехали за такой маленькой деталькой, как крышечка на бензобак для старенького Опеля. Вот мы ее нашли, открутили, а теперь я постараюсь вам показать, как это все происходит, оплачивание на кассе и вообще все подробности. Вообще-то здесь как бы снимать нельзя, ну посмотрим, что у нас получится. Приносишь с собой отвертки, заходишь на территорию, находишь нужную тебе модель, откручиваешь нужную тебе деталь, берешь ее и приходишь обратно на выход, там тебе оценивают ее и ты оплачиваешь. Все. С большими сумками заходить сюда нельзя, потому что, ну, чтобы не украсть какую-то крупную деталь, инструменты приносить можно. Вот за такую крышечку, которую мы искали, мы заплатили 6 евро. Все. И я думаю, что таких разборок под Мадридом много, но это ближе всего ко мне, поэтому я вам про нее и рассказываю. Все, подписывайтесь на канал, как всегда, ставьте лайки и делитесь ссылкой на мой канал со своими друзьями, которым было бы тоже интересно знакомиться с Испанией. И adiós!